Я с нетерпением жду выхода на сцену Калужской филармонии с моим любимым произведением «Пиковая дама». Ну, во-первых, потому что это мой моноспектакль, посвящен замечательному режиссеру Петру Наумовичу Фоменко. А во-вторых, «Пиковая дама» – само необыкновенно замечательное произведение. Вы только послушайте. А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом. А вот кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна. Как, что, закричали гости, не могу постигнуть, отчего бабушка моя не понтирует. Ну а чего ж тут удивительного, что 80-летняя старуха не понтирует? Так вы ничего про нее не знаете? Нет, право, ничего. Ну так послушайте. А вот что будет дальше, я приглашаю вас на спектакль.